Итак, 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 поприветствуйте веселого и загадочного пакетмена! У меня полно проблем. Это история о моем лучшем друге. Девчонкам нравится помогать проблемным парням. В моем случае помогай не хочу. Трэвис по жизни одиночка. Но кому захочется быть одному вечно? Да поговори ты уже с той красоткой. Что здесь сложного? Получится фигня. Будет весело. Может, я могу чем-то помочь? Ты каким образом? Принеси-ка мне пивка. Или чего погорячее. Шутник. Тебе повезло, я дебилов не бью. Да, тело у меня дрянь, но с головой порядок. А вот у тебя все наоборот. Круто. Может, поделишься секретом, как отшивать таких людей, а? И как мне этому научиться? Ей не хватает уверенности в себе, да? Тебе видней. Что ты в нем нашла? Эй, окей, грубиян. Я не легкомысленный, я провожу телемарафоны. А они идут всю ночь. Крупнейший комедийный фестиваль в мире. Запишем вас на стендап. Будете придумывать шутки вместе. С этого момента вы неразлучны. Внимание, запуск! Ты и правда тот еще сумасшедший. У тебя бывает, что ты хочешь чего-то, даже если это очень глупо? И кто тут сумасшедший? Зачем ты это сделала? Доверься мне. Звони мне. Нам нужно поговорить. Ты мне не нужен! Мне вообще никто не нужен! Ты совершаешь страшную ошибку. Я не могу быть человеком, который мне не доверяет. В чем дело? Я увидел, как она обнимается с Майки и решил... Эй, страдалец, поговори с ней. За Нарнию! Вашему другу нельзя за кулисы. Он инвалид, я за ним присматриваю. Но вы слепой. Он против дискриминации на работе. Он влюблен в девушку, и она сейчас в зале. Я пропущу. Большое спасибо. Что ты скажешь? Понятия не имею. Ух, кто-то сейчас хлебнет дерьма. Я как кошка, всегда приземляюсь на лапы.